Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вот теперь... Сестрички Настя, Даша и брат Савелий к приходу гостей готовились, разучили стихи, а вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вспомнили несколько новогодних песен. Родилась елочка в лесу, она росла. Скучать ребятам некогда. Школа, занятия спортом, они везде успевают. И главное, все делают вместе. Дружим очень хорошо. Никогда не грустим, улыбаемся. И бывают такие моменты, когда мы бываем поссоримся, но Савелий спасет ситуацию. Подходит там, все, ну, знаете, успокаивает. Воспитывают ребят две бабушки и дедушка. Как говорится, всю душу вкладывают во внучат. Родители дети видят не так уж часто. Воспитываем, растим вдвоем со свати. Две бабушки. Стараемся. Огромное внимание все время уделяем. Работаем еще, чтобы поддержать. Ну, насколько сил у нас хватает, столько мы их и вкладываем. Гости привезли с собой не только хорошее настроение, но и подарки. Такую необычную акцию «Мешок Деда Мороза» специалисты наркодиспансера решили провести впервые. Объехали адреса, по которым проживают дети тех, кто состоит на учете в наркологии. Каждая семья ждет этого праздника, потому что именно Новый год несет для нас такое какое-то настроение сказочное, веселье, радости. Да? Но, к сожалению, до сих пор сохраняются такие семьи, которые малообеспеченные, малоимущие. Есть семьи, в которых злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими веществами. Именно к этим семьям мы обратили свой взор. На помощь в сборе подарков откликнулись многие староскольцы. Предприниматели, крупные торговые сети и простые горожане. Всего необычный Дед Мороз со Снегуркой поздравили более 40 детей.